хочу тебя прервать, Кел, но нас ждет босс. Кажись, нам свезло. Вот и он же. На линии 10А есть проблема. У транспортера заело захваты. Нужны двое, чтобы проверить там кабели. Эта задача не из простых. Гильдия удвоит оплату за смену. Давай, Кэл. Надбавка нам не повредит. А? Ладно. Отлично. Идем. За работу. Сюда. Уже иду. Извини, Кэл! Не волнуйся! Все эти инструменты не доживут и до конца смены. Наверху! После тебя! Только взгляни! Корабль сепаратиста! Давно не видал барышников. Да. Давно. Разберем и получим деньги. Ну, вперед. Лестница конец. Ищи обходной путь. Ничего, я находчивый. Встретимся там, друг. Покинь эту базу немедленно. Ты нелегальный мусор. Нелегальный? Но мусор же. Просто прохожу мимо. Поднажми! Еще чуть-чуть и закончим раньше срока. Чувствую вкус кредитов. Сегодня гуляем! Давай закончим побыстрее. Рад тебя видеть. Взаимно. Смотри, не убейся. Не собирался.
Похоже на крыс со свалки. Просто иду мимо, ребята. Не выходите и не приветствуйте. Гэл, встретимся у захватов. Звучит неплохо, скоро буду. А ты как здесь оказалась? А? Корабельный резак. О, да-да-да. Эй, нам нужно идти. Закончим, пока они не начали резать крыло. Ахтюней, ахтюней! Эл, дерни рычаг управления внизу. Готово. Теперь ты. Секунду. Так, заход зафиксирован. Ты как там? Я здесь. Напугал ты меня, парень. Есть. Погоди, сейчас сделаю. Готово. Давай сюда. Только посмотри! Истребитель джедаев! Просто клад! Настоящее сокровище! Сколько он тут валяется? Года 4? 5. Его пилот погиб в лучах славы. О, джедаи! Просто ужас. А я всегда говорил, что не все они предатели. Может быть. Это наш счастливый день. Империя извлечет из него полезные материалы. Да, разбираем битые корабли, чтобы переработать их и построить новые. Ну и круговерть, а. Рискуем своими шеями за боссов. Кстати, платили во времена Республики получше. Эй, ты за языком-то следи. Послушай, за такое заплатят столько, что ты сможешь свалить из этой дыры. С чего ты взял, что я хочу свалить? Ну же, Кэл, ты еще молод. Не бери пример с меня. Когда-нибудь
у тебя будет другая жизнь. Найди свой путь. Как скажешь. Пора бы нам вниз. Ты меня совсем не слушаешь. Это что? Ты живой? Кэл! Не могу забраться! Ров! Держись! Я соскальзываю! Нет, не отпускай! Не удержаться! Ров! Нет! Ров! Ров, ты цел? Я в норме, только прижало. Пилота нет. Я вытащу нас отсюда, держись! Осторожно, Кэл! Берегись! Это же ты едва летит! Держись! Прав, ты цел? Да. Надо уходить. Давай. Да. Все так быстро. Что это было? Это же все ты, да? Ты использовал силу, да? Тебе показалось, ясно? Слышишь меня? Я же видел. Я же своими глазами слышал. Видел. Прав. За тебя же награда. Я знаю. Я знаю. Так, что ж. Будем осторожней. Да. Такое пережили. И я знаю, как ты рисковал. Я перед тобой в долгу. Да забудь. Я серьезно. О, за это не переживай. Но здесь небезопасно. Может, ты того сбегаешь? Сперва мне нужно забрать кое-какие вещи. Пепперс поможет мне. Он вроде как на Наршат, да? Да. Мы теперь не скоро увидимся, прав. Да. Ну ладно. Ладно, Кэл. Подожди! Куда ты идешь?
Слыши и запоминай. Учитель. Верь только в силу. Поезд встал. Ага. Что-то здесь не так. Всем встать! Проверка личности! Всем построиться! Может, очередная проверка на контрабанду. Это точно все? Да, вторая сестра. Мы ищем опасного беглеца. Это не какой-нибудь анархист, а последователь мерзкого ордена джедаев. Если не выдадите предателя, вас обвинят в заговоре. Лучше рассказать правду. Иначе всех вас ожидает смертная казнь. Наверное, мне стоит признаться. Я столько лет работал в этой дыре. Еще до войны. Мы ремонтировали корабли. Лучшие в галактике. Но при Империи инженеры стали разборщиками. А рабочих просто поработили. Ралф. Мы все это знаем. Просто боимся сказать. Для Империи мы все лишь ресурс. Да, ты прав. Нет! Световой меч, неужели? А вот и джедай! Что это? Проверь, что это было. Ну и боль. Стоять, не с места! Как ты здесь оказался? Полегче. Тут посторонний. Эй! О, это ты! Слышал, что передали по связи. Опасно! Мимо нас не пройдет. Это предатель! В атаку! Попадите по нему, наконец! Это невозможно! Так, вот объект здесь. Огонь на поражение. Попал по цели. Не стоим! Кажется, остался только я. Ясно. Теперь мы наедине, джедай. Грузовой люк заблокирован.
Выход один. Не останавливаться. Отдохнуть. Так я готовлюсь. Так ты готовишься к смерти. Отдохнешь, когда умрешь, штурмовик. Вон там! Поймаем его! Я смогу дать ему отпор. Отделаться. Я не могу его поймать. Он напуган до смерти. Продвигаемся. Ого. Осторожнее, долго мы не протянем. Мы уничтожим тебя. Ты за это заплатишь. Пойти вперед, остановить поезд. О, нет! Нужно укрыть. Надо успеть между выстрелами. Сейчас. Быстрей!
Он здесь! Нет, ты пока тут! Они отстрелили все... Надо вниз! Нет, нет! Это плохо! Только наверх! Тебя, когда сможем! Еще. Поезд встал. Это не к добру. Ты прошел подготовку. Кто твой учитель, Падаван? Вдруг я его убила? Кто пожертвовал собой, чтобы ты выжил?
Не испытывай мое терпение. За мной не угнаться. Бегать вечно не выйдет. Ты лишь все усложняешь. Эту штуку и садись. Спасибо за помощь. Кто вы такие? Я Цере Джанда. Это мой капитан, Грис Дридус. Как дела? Да, Богомол мой корабль, но заправляет тут всем эта леди. Ну? А кто ты? Кэл. Кэстис. А кто это там был? Имперский инквизитор. С помощью силы выслеживает джедаев. Теперь она знает, кто ты, и не остановится, пока ты не умрешь. Откуда ты знаешь? Зачем помогла мне? Мы следим за каналами имперцев. Услышали, инквизиторы летят на Бракку и отправились вслед. Вот как? Ну и сколько нынче дают за джедаев? Вот тебе и спасибо. Я понимаю. Ты так долго полагался лишь на себя, что не можешь никому доверять. И поэтому ты жив. Но есть задачи поважнее, чем просто выжить. Например? Возродить Орден Джедаев. Вдвоем? А кто еще? О, мы тебе не подходим. Совет Джедаев? Их нет. О. То есть у вас только я. Капитан, берем курс на Богана. Так точно. А пока что пойди отдохни. Иди, не бойся. Пока.
У тебя еще будет другая жизнь. Найди свой путь. Кэл, осторожно! Ты разговаривал во сне. Чудик.